Дождались? Здравствуйте, дамы и господа. Я рада вас всех сегодня здесь видеть. Мне очень приятно, что наш фестиваль прошел в такой дружной и веселой атмосфере. Вам нравится? Это очень приятно. Итак, мы перешли к самой главной части нашего фестиваля. Это награждение. Победителей? Да! Поехали! Номинация «Групповое дефиле». Награждение от зрительного зала. Юби и Зис. Thank you.
Суки мяча. Аплодисменты! Хотим поблагодарить. Итак,
клубу любителей японской культуры и анимации Тамадаши мы хотим вручить благодарственное письмо за помощь в проведении организации фестиваля. Хорошо, мы передадим. Благодарственное письмо вручается интернет-магазину «Не пошел» в город Омск. Ее здесь нет. Хорошо, давайте просто бурными аплодисментами, потому что это были прекрасные призы для нашего фестиваля. И вообще, в принципе, вам ярмарка понравилась? О, мы очень рады. Благодарственным письмом мы хотим наградить команду, которая долгое время, можно так сказать, выступает на фестивале, правда, ездит во все города далеко, но при этом качество их выступлений, то, что они дарят залу на своих выступлениях, с каждым разом, с каждым днем становится еще лучше, и смотреть на них не просто приятно, а греет душу и сердце. И мы хотим наградить Double Band за их прекрасные выступления. Бурные аплодисменты. Это действительно очень милые девочки, которые сегодня пол фестиваля не давали вам соскучиться, ведь правда? Отношением к тому, как он вращается, а по отношению к тому, как он вращается. Сегодня ко мне во время антракта подошла девушка и попросила вручить данные призы. Вот, просто понравившись нам человечку. И мы вручаем это Мелькиоре. Это косплеер, который сегодня в Asian Music Дефиле был в Изаке, а в альтернативном дефиле он представил нам прекрасную Мулан. Давайте поаплодируем. Программа.